Я вас приветствую, дорогие зрители. Я нахожусь в районе Кестель. Здесь продается в новостройке квартира-студия. Проект будет сдан максимум через полтора месяца. Она уже готова, ТАПУ оформлен. Есть генератор, есть открытый большой бассейн, инфраструктура. Там есть сауна, хамам, фитнес. Итак, квартира находится на первом высоком этаже. Снизу инфраструктура, так что проект не на земле. Видите пандусы. Сторона восточная. В той стороне море. Расстояние до моря максимум 900 метров. Есть подземный даже переход. Итак. Качественные стройматериалы от хорошего застройщика. Это алюминиевый термопакет. Двойные окна. Итак, потолок высокий, 280 между ними минимум. Тут квадратный метр вместе с балконом 33, 32, 35 между ними. Сейчас не могу отмерить. Так, посмотрим, есть ли доводчики. Да, с доводчиками. Тут еще окошко дополнительное. Для маленькой семьи то, что надо. Хороший вариант, хорошая цена. Так, можно там кровать установить. Здесь перегородок сделать какой-нибудь. Ну, можно хороший дизайн придумать сюда. Да? Нормальная квартира. Студия 1 плюс 0. Так. Что интересно, теплый пол в санузле. Вот, видите, застройщик для студии тоже сделали они такое. Санузел не маленький, сюда у нас душевая кабинка. Вот. Выйду я теперь во двор, покажу вам весь проект. Мы здесь спускаемся вниз, кажется, да, инфраструктура, там вход. Здесь еще квартира, кажется, консьерж будет жить. Тут еще не сделали до конца все. Да, дела идут. Джакузи будет. Так, вот здесь джакузи они установят. Здесь зона отдыха. Тут лифт даже спускается вниз. Ага, вот сауна. Это сауна. Хамам. Вот. Там VIP-комната есть добавок. Вот. VIP-комната. А так, наверное, для студии будет 25-30 евро, 35 евро даже не. Так, тут что? Тут румы, ну это. Так, здесь римская парная комната. Большая. Тут не знаю, что будет. Так, и выйдем мы к бассейну. Санузлы. Тут фитнес, ресепшн, лобби. Теперь, как отсюда выйти? Дверь закрыта. Значит, там открытая территория. Тут что-то они сделали, детская игровая площадка. Тут у нас большой бассейн. Что-то детский бассейн, не вижу. А, да, вот там будет детский бассейн. Они его на перегородке сделают, закроют.
Вот тут будет детский бассейн. Вот так железками закроют для детей. О, фасад здания. Тут деревья, цветочки посадят. Вот отсюда прямо к морю. Я отсюда ее вижу. Вот. Видите море? О, море. Так, рядом есть инфраструктура для жизни, маркеты, рестораны и тому подобное. Максимум 900 метров до моря. А там есть переход. О, еще что могу сказать? Ну, проект хороший. Качество я сам заметил. Использован хорошие стройматериалы. И цена, дорогие зрители, 79 тысяч евро. Так что звоните. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Кесталь. Всем пока-пока.